мне сказать? Настюш, что случилось? Блин, а действительно, ничего же не случилось. Сам подумай. Насть, ну сколько можно тебя ждать? Давай краситься. Я просто хочу добиться естественного цвета лица. Знаешь, мы с ним расстались, но я искренне желаю ему счастья. Надеюсь, что вскоре он найдет свою вторую половинку. Не, ну только не с этой сучкой. Пусть найдет себе какую-то уродину. Знаешь, мне так с тобой хорошо. Ты так обо мне заботишься, даришь подарки. Но где же мне найти такого парня, как ты? Знаешь что? Больше не звони мне и не пиши. Эй, ты только представь, он мне не звонит и не пишет. Знаешь, Коля, мне с тобой очень тяжело. Настюш! Не трогай меня. Я тебе ясно сказала, трогай меня. Настя! Я тебе сказала, не трогай. Котик, расскажи, а кто у тебя был до меня? Настя, ну давай не будем. Ну, пожалуйста. Ну, Настя. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ладно. То есть я у тебя не первая, да? Только час прошел. Блин, может надо поработать? Ну ладно, до 12 повтыкаю и начну. Уже 12? Ну тогда в час начну. Час. Ну, время обеда. Wi-Fi пропал. Что же я теперь на работе-то делать буду? Неужели осталось полчаса? Так, одна минута. Раз, два, три. Всем пока. Настя, не забыла, у нас сегодня собрание. Ну, короче, это типа мой влог. Я тут буду выставлять и снимать какие-то прикольные моменты из своей жизни. Настя? Ма, ты чё, дома? А что это за музыка? Что это вообще за маты такие? Ма, ты, это песня обычная, в ней глубокий смысл, все. Где смысл? Ма, ты просто не выкупаешь, это новая школа. А ты в старую хотя бы-то походи. А зачем мне школа, я блогером стану. Каким ты блогером станешь? Ну есть же нормальные песни. Ну там Аллегрова, Наташка Королева, маленькая страна. Мам! Мамка у тебя, конечно, вообще не выкупает. Я ж тебе говорю, Фарон — это классика. Так а что ты решила? Как только бабки на блоге подниму, свалю от них. Тупо настроение напиться, серьезно. Так а что, пойдем бирмикс купим? Идем. Сука, опять не продали. В следующий раз каблы один. Ну что, завтра топовая вписка намечается, да? Ага, только вообще не выкупает, пустит ли меня мамка. Че, мамку слушать будешь? Ты че, малолетка че ли какая-то? Я вообще свою слушать не собираюсь. Мам, ну пусти! Никаких ночевок. Мам, это обычная туса, ты че? Я вообще не понимаю, что вы там ночью делать будете? Уроки делать будем. Какие уроки? Лето на дворе. Ну, эту, литературу читать, летнюю. Ма, я тут, короче, это, в комнате поубирала. Хочешь, я там в коридоре полы помою? Никаких тусовок. На этой вписке тупо все будут. Даже Светку мамка отпустила. Так давай я завтра Светкиной маме наберу и спрошу у нее, что это за списка такая. Короче, я твой номер дала мамке своей. Сейчас она тебе звонить будет. Сделай голос своей мамке, давай. Алло, это Светкина мамка. А книжки читать будут на всю ночь. До свидания. Мама, ама, криминал. Мама, ама, криминал. Ну чё, короче, сегодня выходной, такой типа топовый день. Мы со Светкой будем тусить, поэтому ждите от нас качественный контент. Настя, куда ты собралась? Как куда? Со Светкой гулять? Ты что, забыла? Мы с тобой на рынок собирались. Ма, ты чё? Какой рынок? Одежду тебе купить. Ты посмотри, ты в одном и том же ходишь. Ма, это топовая одежда, это бежка. Ты чё, не понимаешь? Не пойду я ни на какой рынок. А ну, Настюша, он, глянь, померяй вот эти вот кофточки. Ма, я не буду мерить. Ой, Настюша, иди сюда, смотри, давай тебе трусики купим. Мама, нет. Ой, глянь, какие сандалики модные. Мама! Блин, ма, чем мы в торговый центр не пошли? Настя, это Турция, это качество. Такого ты в ТЦ не найдешь. Ну и какой это 100% хлопок, максимум 50. Ма, не позорь меня. Померяй вот эту кофту. Мама, она самая отстойная здесь. Я сказала, померила. Не буду. Ой, какая красота. Ма, ты что снимаешь? Выключи-ка. Ой, Настя, это так модно. Все, берем. Я лучше из дома уйду, чем буду это носить. Что это за отстойный шмот? Вообще-то это модно.
Алло, розовая фея, нам надо срочно встретиться. В центре. Ух ты! Твою мать, зайка, да с таким внешним видом нужно было где-то на окраине меня позвать или за городом. Я готовилась, накрасилась, а что тушь потекла, да? Да такое ощущение, что ты губы накрасила ей. Ну да, так и было. Так, ну вот тут самое место, рассказывай. Меня на свидание француз позвал. Какой француз? Да сейчас даже цыгане не украдут. Ну да, цыгане меня боятся. Что ты знаешь о Франции? Это лягушек едят, но я их не ела, я только облизывала. Ну, по тебе видно. Красота. Беги, и скоро ты будешь жить во Франции. Ну что там? Никакой он не француз, аферист он. Ой, ты не расстраивайся. Круассанчик? Какой круассан? Ты че? Ма, я дома. Настюш, иди кушать. Иду. Настя, ты че в шапке? Лето на дворе. Ничего, просто. Да че ты в шапке? Ма, это модно просто так. Да сними ты шапку. Это что такое? Ты в своем уме? Такие локоны были красивые, все испортила. Мама, это мои волосы, я имею право делать все, что захочу. До 18 лет ты прав вообще не имеешь. Знаешь что, захочу себе этот уху набью. А ты набей на лбу, дура. Ой, где вы хоть эту краску купили? Ну, мы со Светкой в переходе ее купили. Я уже представляю, что это за краска. Ну почему? Хорошая краска, долго держится. Долго? Да что это за химия? Даже не отмывается. Ну чё? Я же говорила, что шапка это реально тема. Мамка не спалила? Не спалила, всё поотрезала. Капец, она у тебя жёсткая. Да ладно, не парься. Сейчас пойдём нос проколем. А ты точно умеешь? Конечно, я на ютубчике уроки салют смотрю. Салют на 11 часов. Ну чтобы такие имена в небе выбились. Какой салют? Мы же договаривались сделать свадьбу чисто символически. Ну так кто это? Хорошо, давай посмотрим. Карета? Так это моя детская мечта. Настя, звони, отменяй. Ты хочешь забрать у меня детскую мечту? Да, алло. Карету отменяем. Не-не, лимузин оставьте. Настя, сколько стоит фотосессия? Коль, да это же память. Охрена тебя, три оператора, мы что, фильм снимаем? Так, третьего оператора убираем. Знаете, нам не нужно видео, которое мы потом сможем показать нашим детям. Егор Крид? Котик, не переживай, я его отменила. Я позвонила, там такие цены. Держи. Моя невеста. Слушай, а может все-таки кредит на него возьмем? Нам еще кредит за твое свадебное платье отдавать. Я же видел, какое оно. В смысле? Больше не будем вместе. Нельзя смотреть свадебное платье до свадьбы. Настя, ты его сама в Инстаграм выставила. А что ты смотрела? Анастасия, передайте, пожалуйста, соль. Напиши мое имя по буквам так, чтобы вас никто не перебил, и тогда я передам вам соль. А вот кто заспамил все мои комментарии. Светка, милая. Да какая тебе Светка, я Аля. Ты до сих пор работаешь на обычной работе, вот я не работаю. Поднимаю 50-60 тысяч в неделю. Хочешь пробовать с нами? Переходи на мою страницу, читай подробности. Уйди от меня, помоги. Девушка, зачем вы отсылаете один и тот же текст всем своим друзьям? Ну как, если я не отошлю 15 своим друзьям этот текст, то не будет счастья 7 лет у меня и у моей семьи. Вы что, серьезно в это верите? Ну конечно, я же счастлива. Гадание, привороты, порчу сниму. Это вы тот человек, который спрашивает, что за тред, даже если он в описании подписан? Не, ну а что, тяжело каждому лично ответить? У тебя всего лишь 100 комментариев. Кстати, а что это за трек? 30 тысяч начислили. Это не развод, это не обман, это казино. Ты задолбала своим казино, иди отсюда, дура. Ой, все, берем. Нет, медленнее. Ой, такая, снешь? Ой, все, берем. Можешь так, подождите немножко. Ой, все, берем. Мама, давай я просто в камеру смотрю. Угу. Давай-то не в камеру. Ой, все, берем. Мама, да я лучше из... Блин, я забываю слова, когда я вспоминаю про камеру. Сейчас. Ну, ма, на этой вписке тупо все будут. Даже Светку мама отпустила. Так давай я завтра Светкиной маме наберу и спрошу, что там за это за... Блядь, я не могу за... Ма, ну пусти! Подожди, что я говорю? Подожди, смешно встала просто. Настя! Тише, тихо. Да. Да ну... Иди эти два коля, блядь. А что вода химией воняет? Да, да, наверное, воняет. Воняет? Да. А сколько сейчас времени? Коля, у нас сегодня не было промывки труб? Коль, воняет химией? Говном воняет. Я не знаю, что. Давай, чего, блядь, мы это все снимаем?